каких обстоятельствах совершили административное правонарушение? Зарубежный момент с вечера, что купил траву 7 миллионов. Надо съездить и привезти. Мы с ним съездили, они даже документы сделали, деньги отдали, грузили 7 миллионов до севера 6. Загорел красный светофор, я остановился, как зеленый, вперед на машину и корову выпал из кузова машины. В отношении у вас будет составлен административный материал и вынесен штраф в размере 500 рублей.